люблю я зиму. Ветер завывает, сугробы вот по сих... по сих пор. А у меня тепло, тихо, всего много. Пойти, что ли, проверить, целы ли припасы? Только кончится зима, нет занятия полезней, чем открыть замок железный и проверить закрома. У меня там зерен тьма, сосчитать и для порядка. Есть прекрасные зарядки для хозяйского ума. 6, 15, 28, собирал я их всю осень. 117, 205, 5 штука, все опять! 12,2, 14, 17,1, 18, чудно, чудно, чудненько, отлично, отлично, какой я богатенький! 15,8, 48, и еще 5 будет 100. Не успел проснуться, уже гость на пороге. Эй, папу, что же ты в норке сидишь? Посмотри, какое солнце. А у меня есть дела и поважнее. И вовсе не смешно, шуточки ее дурацкие, а шуточками сыт не будешь. Знаете, зерна любят счет. Пусть у вас запас огромный, но расход неэкономный до добра не доведет. Есть такие, что живут без забот о дне грядущем. Он сегодня съест погуще, а на завтра вкус живот. 39,101. Не ленись, считай зерно. 210,303. Сосчитай замок, запри. 12,12,2. 14. Здесь 303. Здесь 14. А в этой кучке... Отлично, отлично! Прекрасно! Так, 7. Отлично. Наш мудрый чик-итик тирики сидели рядом у камина. И говорил один из них, да генерала-то служив, про золотую середину. Чик поучал, запомни суть, смотри, не балуй с пистолетом. С
врагами похитрее будь, непримирим с врагами будь, но помни дедуктивный метод. Дедуктивный метод – это метод века, это твой и мой девиз. И дедуктивный метод – это метод века, это мой и твой девиз. Я надеюсь, ты все понял, мой мальчик. Так точно, шеф! А чик-чирик ему в ответ. Ну-ну. Я, как всегда, мой шеф, спокоен. Я, как собака, чую след. В моем кармане пистолет. До штучек 35 обоим. Поскромнее надо быть. Нет-нет, воскликнул мудрый чик. Как, почему нет? Последуй моему совету. Так-так. Ведь всех бандитов победить и на удачу вдохновить мой старый дедуктивный метод. И дедуктивный метод – это метод века, гарантирует успех. Oh, yeah. Oh, да. И дедуктивный метод – это метод века, гарантирует успех. Аплодисменты! И вам удалось раскрыть это дело, не выходя из кабинета. Признайтесь, дорогой учитель, у вас есть какая-то тайна. Главное в нашем деле, мой мальчик, голова. Знаменитый Макс, ой-ой-ой, о нем до сих пор рассказывают легенды. Его отпечатки лап занимают почетное место в моих архивах. И вам удалось поймать его, легендарный Макс. Он же гроза лесов, полей и перелесков. Теперь старина Макс, один из самых уважаемых жителей нашего леса. Цветы разводит, внуков воспитывает. Дед Максим, ай-ка. Как бежит время. Как? Это старый одноглазый кот, что живет в камышах с целым выводком котят? Он самый, конечно. Поздно я родился. Нашел о чем жалеть. Эх, поздно, шеф, я родился. Где погони, бандиты, убийства, ограбления, бега? Не надо огорчаться. У меня предчувствие что-то наклевывается. Снимите трубку, уважаемый Чик-Чирик. Алло, квартира сыщика Чика. Что? Говорите разборчивее. Убийство, ограбление, налет, что? Не понял. Очки пропали. А вы знаете, куда вы звоните? Здесь не бюро находок, ерунда. В нашем деле мелочей не бывает. Алло. Приветствую вас, дорогой Хрум-Хрум. Конечно, постараемся помочь. Кстати, вас сегодня никто не навещал. Ну как же, сорока Тибря. Она рано утром постучала в дверь. Что поинтересней. И ведь недаром одевался броско тогда мой любимый Элвис Пресли. Только лишь сороки понимают роки, понимают роки, лишь одни сороки мета. По важному делу. По важному тогда знать. Слушай, Хрум-Хрум, я нашла совершенно необходимую для тебя вещь. Давай меняться. А что там? Там у ручья лежит камень. Камень. Огромный-преогромный.
тяжеленный такой, что даже с места не сдвинешь. Огромный, говорю. Огромный. А что я с ним делать буду? Да как что, да такой камень у всех хозяйственных зверей есть. А что они с ним делать, уважаемый тип? Ну, может, тебе не нужен, тогда я полетела. Очень даже нужен, только я забыл зачем. Как же, берешь этот камень, катишь его к норке, завариваешь им вход, тогда никакие замки и ключи не нужны. Ну ладно, 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 ключи и замки положим всегда. И потом в твою норку никто не сможет проникнуть. Никто. Только, уважаемый Тибри, а как же быть, если я захочу куда-нибудь проникнуть из норки? А, я вижу, ты не хочешь меняться. Что ты? Хотите и через окно можно. А что ты за камень хочешь? Наконец-то. Медленно, что соображаешь. Открывай сундук, подумай. Зачем открывать? Я и так все помню. Ну, открывай, открывай, а то ведь знаешь, камень, он... Ну, сейчас, 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 куда-то ключи запропастились. О, сколько всего! Даже знаешь, у меня же в лесу лучшая коллекция сверкучек. Могу тебе предложить замечательно полезную вещь. Какую? Сушеный гриб. Гриб, то он же не блестит. А может он заблестит, если его хорошенько потереть. А, вот и три его сам. Я тебе такой камень, а ты что с ним делать буду с твоим грибом? Можно суп сварить, я ел вкусно. А в чем я его варить буду? В кастрюле. А, у тебя есть кастрюля? Есть, только без дна. Кастрюля так и засветала на солнце. Годится! Годится! Как раз такая, которая мне нужна! И, погоди, кажется, она мне тоже нужна. У меня есть еще одна вещь. Круглый громится в сундуке, потом достает ручку от поварёшки. Уже сверкает. Прекрасно! Как, и это нужно? Нужно. Ну что же это такое? Значит, она и мне нужна. Вот, возьми лучше вилку. Вилка для супа! Да где же это видано? Не хочешь, не бери. Но вилка так сверкала на солнце, что сорока схватила ее и быстренько отправила в свой рюкзачок. Камень твой, можешь забрать его, когда хочешь, понял? Понял. Спасибо, Тибри, я сегодня же, я сейчас же. Я пролезу, я непременно пролезу, что я хуже других, что ли? И больше к вам никто не приходил? Как же еще приходила мышка-каляка? Каляка? То есть я хотел сказать художник-маляк. А, это мышка-авангардистка. Я мышка и называюсь малята, но вдумайтесь, что за оказия? Все звери меня называют каляка, это же безобразие! Раз в нас еще и весны, и вскоре мы чудики. Разрисована в нашем лесу, и ледской будет и красу, что веселые песни пелись. Эх, малята, ты просто весь! Я очень ценю все абстрактные штучки, душой к авангарду привязана. И вечно мои джинсовые брючки какой-нибудь краской измазаны. Даже красный освещен весь мир, и устроим мы чудики. Прорисована в нашем лесу, и весной будет пить красу, что веселые песни пелись. Эх, маляка, ты просто прелесть! Дайте мне краски, дайте мне кисти, я распишу весь лес. И снова мои авангардные мысли поднимутся до небес. Разве краски освещены весь мир, и устроены чудники? Разве собраны в нашем лесу, где детской будет пить красу? Что веселые песни пелись? Ну, маляка, ты просто прелесть! Хочу тебя нарисовать. Только дай мне... Ну ты послушай. Дай мне совет. Где тебя нарисовать? Может быть, в закромах? Как ты зерно считаешь? А может быть, тут, в норке? Знаешь, я тут недавно, между нами, конечно, камень выменил. Камень? Да, так ты меня на этом камне... Нарисуй в нарукавниках со счетами и в очках. Прекрасно.
прекрасно, получится отличный портрет. Жду тебя у камня после обеда. Хороший ты хомячок, Хрум-Хрум. Только ничего не смыслишь в абстрактном искусстве. И после ухода мышки-художницы вы заметили, что нет очков. Как вы догадались? Очень просто. При помощи дедуктивного метода. Уважаемый Хрум-Хрум, я посылаю к вам моего очень способного помощника, Чик-Чирика, для предварительного расследования. Ничего не трогайте до его прихода. В норке хомячка все было перевернуто вверх. Будьте здоровы! Ну, я говорил же, везде искал. Пойди вспомни теперь, что где лежало. Теперь не только очки, вообще ничего не найдешь. На поляне собралась толпа, зевоту были и белочка труляля, и сорока кибрил, и мышка малята, и кот Максим с котятами. Видите ли, дорогой Хрум-Хрум, дедуктивный метод предполагает детальное обследование. Так, мы ничего не забыли, не упустили. Нет ли у вас еще помещений, чемоданов, корзин, сундуков? Нет! Нет! То есть есть, конечно, между нами два погреба и три чулана. Но я в них еще с осени не заглянул. Да! Я тут выменил между нами, конечно, камень, что так, ручья. Так. Но я туда еще тоже не ходил. Тогда оставим это. Будьте здоровы! Хрум-Хрум выглянул в окно. Ой, сколько народу собралось, а все из-за тебя. Пыль на весь след поднял. В интересах следствия. Попрошу разойтись, вы мешаете следствию. Простите, кому мешаем? Никому, а чему? Следствию. Помощнички, все следы мне затоптали. Хомячок, увидев маляку, совсем расстроился. Не будет портрета, и зерно я считать не смогу. У меня очки пропали. Что ж теперь, бедный, с голода помрешь? Ну, если очки не найдутся. А вот бабушка рассказывала мне, пекла она пирог, приготовила муку, сметану, вдруг появился огромный-преогромный зверь. Вот с такими лапами, когтями, копытами. Вот с такими? Ужас! С такими, только еще страшнее. И сметану, как языком слезнула. С тех пор бабушка пирогов не печет. С копытами? Это еще что? Вот у нас был случай, когда я была совсем еще маленькой, и мы с братишками и сестренками сидели в гнезде, случилось такое! Рассказывай, рассказывай! Продолжай, рассказывай! Интересно! Громадный полосатый зверь с рогами, с пятью хвостами! Пятью! Пятью! Прыгает с ветки на ветку, он задел наше гнездо, и мы все попадали! Только у самой земли догадались расправить крылья. Так мы научились летать! Но уж с рогами... Мы что, малята, во время рассказать тебе, что-то быстрее собрал за платок и потом показывать тебе рисунок? Такой зверь. Такой! Только хвостов, кажется, было еще больше. А вот мне бабушка рассказывала, нашли они с дедушкой целую головку сыра, а зверь их чуть было самих не сцапал. Эй, хотела постреляться? Ну-ка, марш домой. Нечего у следствия под ногами путаться. Какое страшилище, маляка! Уж не это ли страшилище похитило мои очки? Очень даже может быть, но я пошуршала! Вот он, преступник. Да, это достойный противник. Сенсация, сенсация, шеф! Вот портрет преступника, каков! В практике такого зверя встречать не приходилось. Но мне кажется, необходимо завершить портрет. Вас не затруднит подать мне ластик? Завершить портрет при помощи ластика? Гениально! Ничего не понимаю. Чик берет ластик, стирает рогам копыта, лишние хвосты. Времена идут, а свидетели не меняются. Шеф! Шеф, да это же...
Это же... Вот, Максим! Разбойник, можно сказать, преступление раскрыл! Торопиться! Ну как же так, портреты еще! Шепкин внука мешать мне! А когда я брал отпечатки, лап скрылся! Сейчас же отправляюсь к камыши, я добуду доказательства, шеф! И отправляйтесь спать! Нам предстоит бессонная ночь! Вот они, камыши! Я докажу, докажу, шеф! Стыдно вспомнить небо. Эй, денечки золотые! Сколько бед я натворил! Эх, мы весело пожил! Обитатель этих мест я решил на прошлом темном. Перед обедом на придёшь посидеть, кости старые погреть. Тихомолку вспоминаю, время подвигов лихих. Ну, а внукам слух читаю про разбойников других. Становитесь в кружок. А ты, кися, считай. Вышел кися из чулана, на носу его сметана. Где забыл чулан закрыть, значит, деду и Владимир. Ух ты! Думал вора поймать, а поймал сыщика. Ну, что тебя привело к нам в камыши? Да вот, проходил мимо, решил в гости заглянуть. А что ж в кусах прячешься? Да это я так. Не дошел до твоего дома. Понятно, понятно. Проходи, гостем будешь. Не отведаешь ли молочка? Спасибо. Все очки хрум-хрума ищите. Максим протянул Чик-Чири кукушку с молоком. Чик-Чирик с опаской взял кружку, покосившись на когтистую лапу кота. Ну и когти. Ничего. Найдем, у нас есть портрет преступника, отпечатки лап. Ну и каков он из себя? Да такой вот, усатый, на спине полоски. Да-да, припоминаю, его каляка-маляка так нарисовала, даже я испугался. Ага, копыта, хвосту, видимо-невидимо. Мы времени зря не теряем. По последним данным у преступника один хвост. Уж не такой ли, как у меня? Не в наших ли камышах ты пришел очки искать? Кися, пойди-ка сюда. Ты зачем у деда Хрум-Хрум очки взял? Очки? У Хрум-Хрума? Ой, девушка, ты что, шутишь, что ли? Мои очки мне доктор Дятел написал. Я же это того, близолапки. Что ты? Я взрослые очки ищу. Иди, играй, кысенька, ты мой хорошенький, играй, играй, пошутил дедушка, но я полетел. Давай, лети, будет время, в гости заглядывай.
Мы в камышах всегда рады гостям. Ой, желторотый, Максу дело шить вздумал. Но меня так просто не возьмешь. Придется тряхнуть стариной. В это время сыщикчик стоял на балконе и что-то внимательно разглядывал бинокль. Вот вдали показалась сорока. Уважаемый Хрум-Хрум, лучше позвольте угостить вас чашечкой какао. Это придаст вам бодрости. Какое какао? Тут зверь погибает, а вы какао? Идите домой, спокойно ложитесь спать, а мы о вас позаботимся. Пойду запирать сундуки. До свидания. Наш мудрый Чи и Тик-Тири сидели рядом у камина. И говорил один из них, да генерала-то служив, про золотую середину. Чик поучал, запомни суть, смотри, не балуй с пистолетом, с врагами похитрее будь, не примирим с врагами будь. Но помни дедуктивный метод. Дедуктивный метод – это метод века. Это твой и мой девиз. И дедуктивный метод – это метод века. Это мой и твой девиз.
а чик-чирик ему в ответ. Ну-ну! Я, как всегда, мой шеф, спокоен. Я, как собака, чую след. В моем кармане пистолет, да штучек 35 обоим. Поскромнее надо быть. Нет-нет, воскликнул мудрый чик. Так, почему нет? Последуй моему совету. Так-так. Ведь всех бандитов победить и на удачу вдохновить мой старый дедуктивный метод. И дедуктивный метод — это метод века, ты гарантирует успех. И дедуктивный метод — это метод века, ты гарантирует успех. Удалось вам доказать преступнику его вину? Пока нет, шеф. А у нас новости. Хрум-хрум получил записку. Там вместо подписи изображено вот это чудище. Ну это же очень просто. Снова рука, то есть лапа Макса. С помощью ластика мы... Не торопитесь, мой друг, я же говорил. Дело обещает быть интересным. У меня к вам просьба, шеф. Позвольте мне самому арестовать преступника. Хорошо. Отправляйтесь в засаду к дому Хрум-Хрума. Хомячок решил спать в кладовой. Да что же это за жизнь такая? Мало накопишь — плохо. Много накопишь — тоже плохо. Лично живой. Много накопишь — всегда хорошо. Ой, тут и как бы их сдвинуть. Такие тяжелые сутуки. И Хрум-Хрум забылся беспокойным сном. А в это время в кустах возле домика Хрум-Хрума уже сидел Чик-Чирик. Но постепенно сон сморил его. Ему снилось, что он в кабинете самого шефа рассказывает важно. И вот, благодаря таким несложным заключениям, мне удалось раскрыть это преступление. Позвольте поздравить вас, мой юный друг, ваш дедуктивный знаменитый метод. Тут в кабинет шефа выходит белочка, туляля, мышка, маньяка, кругу, все они поздравляют Чик-Чирика. Ура! Ну, что я говорил? Конечно, кот. Спокойно. Главное не торопиться. Надо взять его с поличным, а то он опять выкрутится. Знаю я его. От дома хомячка метнулась какая-то тень. Зеленым огнем сверкнул ласкота. Игра проиграна, кот Максим, считаю до трех. Если не впуститесь, стреляю. Раз! Погоди ты, я тебе сейчас все объясню. Ласкота свистну. Да ну, сначала выслушай зверя, а потом щелкай наручники. Не разговаривать? А я-то еще извиняться хотел, что обидел тебя. Теперь я всем докажу, а шеф еще сомневался. Но тут из мешка послышались странные звуки. Что это у тебя в мешке, а? Ой, транзистор забрал у хомячка, он им так гордился. Чик-чирик под конвоем вел кота к дому Чика. Я напишу замечательную картину. Не раскаявшийся преступник и отважный сыщик Чик-Чирик. Где же преступник? Вот он, бандит Макс. Мне удалось его обезвредить. И все благодаря вашему детективному методу, шеф. Мой дедушка не бандит. Ай-яй-яй, как нескладно получилось. Чик подошел, тату снял наручники. Ой, осторожно, он может убежать. Так он не преступник? Значит, настоящий преступник еще не пойман? А как же моя картина? Дедушка, ну в кого я вынул? Ну ты ведь хотел поймать пистолет!
Спокойно. Давайте выслушаем уважаемого кота Максима. Да что вы выслушиваете? Вот он, преступник. Сорока Тибря. О, моя старая кисточка. Ты что, Тибря, рисовать учишься? Ты зачем взяла мою кастрюлю без дна? Прошу вернуть кастрюлю. Не волнуйтесь, друзья. Все вещи вернутся к своим владельцам. И записку мне еще такую написала. Какую записку? Ни про какую записку я не знаю. Значит, еще один преступник в нашем лесу. Ничего, его найдем благодаря нашему дедуктивному методу, шеф. Я все скажу, только не надо дедуктивного. Это я написала записку, ну, пошутить хотела. Ничего себе шуточки. Ну, почему я никогда не шучу? Я знаю, какую картину нарисую. Преступник Тибря и вещественные доказательства. А кто доказал, что я преступник? Ну ты признайся, Тибря. Ведь я же призналась, и мне легче стало. Никакой я не преступник. А как же моя кастрюля? А может, я сундук без дна? Очки. Это мои очки. Спокойно, не волнуйтесь. А вы, Тибря, если это ваши очки, наденьте их. Пожалуйста, я всегда их ношу, когда это... Читаю. Тебе надела очки, вдруг перед ее глазами все закачалось, поплыли радужные круги. Тебе зашаталась, ступила на самый край стола и... Подняла обе лапы. Сдаюсь, сдаюсь, только уберите эти проклятые очки! Да, преступник найден. И все благодаря моему дедуктивному методу. А по-моему, самый лучший метод — это когда за хвост. А давайте лучше свою песню про нашу лес. А я нарисую картину. Песня о лесе! Живется очень хорошо в лесу зеленом и большом. Компании своих людей, таких же, как и я, зверей. Наше сейчас не загубить, в лесу родом почудно жить. Любить олеги собирать и аромат цветов прекрасный. Oh yes, the forest is our home. There we live each happy day as we gather nuts and berries and our lives are love and play. Илюшки, раз ты в лесу, здесь можешь встретить на лесу медведя, белку и кота, сороку, мышь и воробья. Если так не закупить, наш дом родной мы бережем. Мы очень дружно в нем живем. Без ссор и лишней суеты. Цветут они стали. Наш лес и так нельзя любить. Лесу разом покинуть жить. Любить олеги собирать. Я рома цветов пихать. Oh yes, the forest is our home. There we live each happy day as we gather nuts and berries and our lives.